Всем хай, вы на канале And Mila, с вами я, Милана, и сегодня речь пойдет о новом обновлении iOS 13 эмоджи. Начнем. Эти эмоджи выглядят так, их можно создавать самим. Находятся они в вкладке эмоджи. Либо много раз нажимаем именно на этот флажочек, чтобы менялся язык, либо же просто зажимаем и выбираем эмоджи. Мы будем создавать новые эмоджи, я попробую создать себя, и пока что комментировать ничего я не буду. Ну что ж, я к вам вернулась, включила микрофон. Сейчас выбираем сережку, которая больше подходит. Так, ну вот я часто ношу такую, поэтому мы сделаем все равно их не видно. Я сделаю себя в шапке, моей обычной шапке. Конечно, сейчас я хожу в белой, но... должна в основном ходить вот в такой вот шапке. Это получилось почти что я. Вы можете с легкостью отправлять их друзьям или же оставлять в заметках. Сейчас я пролистаю, покажу, какие есть. Конечно же, сразу говорю, грузиться они не будут. И чтобы создать их, нужен интернет. Готово. Помимо этих, конечно же, можно отправлять обычные эмоджи по типу. И так далее. Из каждой вкладки я буду искать по одному эмоджи. Это пока что все еще одна вкладка. Заходим вот сюда. И попробуйте написать в комментариях слово. Сейчас я пишу наугад, слово, возможно, даже не получится, но все равно. Смотрите. Вы можете писать о выполнении задач и даже рисовать. Кстати, ластик пикселей. А ваша задача? Спасибо за просмотр.